любительском объединении «Музыкальный клуб «Strangers», базирующемся во Дворце культуры «Судостроитель», мы познакомились с современной рок-группой «Дети Деда», не похожей на многие другие подобные коллективы. У нас коллектив разновозрастный. То есть вот самому старшему 46, самому младшему 19. Вот как бы и дети, и деды. Раз, раз, два, три, раз, раз, он вокал. Раз, два, три. Жду каждую репетицию, потому что все-таки это своя сфера, это непередаваемые эмоции, особенно от общения, от приобщения к музыке, вообще к искусству. Все, что я умею, все, чем владею, вот я получил здесь, в этой группе. У меня накопилось очень много материала. С 92 года, служа на Северном флоте, тяжелые корабельные условия, трешку мотал. Тогда еще начал писать. На самом деле текстов очень много. С музыкой сложнее. Потому что, ну, 7 нот. Если раньше рок-музыка была протестом по каким-то социальным, политическим вопросам, то сегодня это протест против фальши. И неважно, на каких инструментах исполняется эта музыка, как она звучит. Главное, чтобы она была живая, шла от души. Такая музыка действительно объединяет людей.